И тут арбузики тоже такие же. Алые-алые. Пойдем сначала покушаем, да? Пойдем. А потом купим. Инжир есть. Инжир почем у вас? 180. Ну и давай десятую. В Геленджике 220. Лена его искала. Так, чаи, приправы. Арбузики маленькие. Виноградик. Кукуруза почем? 40. И кукуруза дешевле. Там везде 50 было. На десятку, но дешевле. Так. Безделушки всякие. Вот такой вот весь проезд и весь в торговле, в торговых рядах. Машлык, тушечка. А вот и столовая. Овощи есть, пельмешки, тефтельки. На первое борщ, картошка, соляночка, суп лапша, суп харчо. Мы поели в столовой. Цены здесь ниже. Это плюс. И большой плюс. На рынке овощи, фрукты чуть-чуть, но дешевле. Ну, там на десятку, на 20 рублей. Шашлык та же цена. Персики волосатые почем? 100 рублей волосатые персики. 100 рублей. А лысые? Лысые 140, то что за срыжку заплатили, по 100. А вот те? Где 220. 220, ага. Так, можно сюда заходить, если жарко. Девушка, можно кратенько буквально, что это у вас за вино такое? У нас натуральные вина, мы делаем сами прямо в Анапе, у нас семейная винодельня, то есть это не завод. Они у нас без порошков и без добавочек, воду, диоксид серы мы не добавляем. То есть спирт, сахар тоже. Чисто. Ой, а мы чем будем открывать вино? У меня есть штопор лимонного, смотрите, если можно. С собой. А попробуйте, у нас дегустация проводится. Вино вкусное, замечательное. Давай попробуем, чтобы попасть. Ты специалист, я тебе доверяю. Здесь ладно. Сухое вино, здесь десертное, сладенькое. Какое любите? Наверное, сухое лучше, да? Сухое, хорошо. Более нежное или терпкое? Более нежное, конечно. Нежное, кисленькое. Попробуйте мерло, например. Давайте. Вот интересно. Так. А окрашиваться вот так бокал должен, да? Да, бокал, конечно. Видите, кремислинистые подтеки на нем остаются. На, пробуй. Не буду я. Почему? Ну, подушки нет. А сколько оно градусов укреплено? 12 градусов у нас время. Нет. 12 градусов это максимум, все, что можно достичь при помощи естественного процесса брожения. А вот когда слабенькое продают, это означает, что... Слабже же бывает вино? Слабже? Да. То, что в магазинах? Ну, я не знаю. Ну, тогда добавляют просто консерванты и воду, поэтому они не такие насыщенные, как у нас.
Мы не добавляем ни воду, ни консерванта. 12 – это же много, да? Это же опьянить. Ну, с него, кстати, сильно не напьешься и очень быстро трезвеешь. Изо рта вот этого запаха. Перегара нет. Я буду закусывать, да. Так, это мы пробовали, что... Сейчас было мерло сухое, красненькое. И есть еще поинтереснее каберне совиньон. Оно не кислое, а такой терпкое достаточно. Уже приятно. Только поменьше наливать. Название зависит от названия. Именно сорта, да, все по сортам винограда. А вот Изабеллы нету? Изабеллы есть, это красное десертное сладенькое вино. Ну, скатывалось, кстати, тоже очень хорошо. Вот это получше, вы мне прям сразу дерзкое такое. То было дерзкое? По лицу-то видно сразу, что предлагать тебе. Дерзкое? Сразу чачу, да? Не, ну у всех, кстати, вкусы разные. Большинство людей говорят, что оно, наоборот, самое такое нежное. Ну, давайте еще Изабеллу и буду решать. Хорошо. А как розовый? Нет, давайте Изабеллу пробовать. Хорошо. А еще, кстати, вино можно купажировать. То есть смешивать сухое с десертным один к одному, для того, чтобы добиться полусладкого. У вас лавочки нет, я нет, пока вы размещаетесь. Поскольку настоящих вин полусладких не существует в принципе, как и полусухих. Они либо десертные, либо сухие. Но если их смешать, как бы, можно получить полусладкое. Ой, нет, вот это точно, нет, потому что реально сладкое. Хотите купаж сделать? Вот лучше второе. Ради интереса. Я вам туда могу капнуть чуть-чуть вот этого. Будет вкусно. Не, не будем мешать. Не будете? Хорошо. Вот второе, которое было, это что у нас было? У нас свиньон, да? Давайте его. Хорошо. А еще у нас есть доставочка по всей России транспортными компаниями от ящика. А я где-то же про вас, наверное, слышала. Про доставочку. Возможно. Транспортными компаниями. Тебе пробочку надо на память? Да, две. На, две, ладно. Это сломано. Девушка, мы у вас две пробочки возьмем же, да? Да, берите сколько хотите. Даже полный чемодан сейчас наберем. Да еще две. Они просто для декора. Нам на поделке. Ну все. Приглашаю на дегустацию натуральной. А ты вино-то забрал или нет? Я ничего не брал. Мы еще ничего не забрали? Мы бы сейчас ушли. Я помню, что мы его еще не взяли. За пробочки отдельное спасибо. Конечно, вино, вино. Так, вот так вынести, да? Ладно, спасибо. Пожалуйста. Это бар, который пробку закрывает. Надо тебе такой? Конечно. Повезем. Ох, ты приехал. Какая красота. Набрали с Михалычем. О, как жарко. Шашлычка взяли. Картошечки, лепешку. Сейчас будет пир горой у нас. Ну вот теперь отдых по-настоящему у нас. Так, шашлык, картошечка, кукуруза горячая. О, я прям горячая кукуруза. Шашлык-машлык, лепешка-тандыр, зелень, помидорки, огурчики. На завтра еще у нас дынька и арбуз. А может сегодня, да? И вино. Как он называется? Каберне Совиньон. Анапа. Ну все, выключаем камеру.